Яичница с грудинкой – это идеальный вариант быстрого и вкусного завтрака. Берите на заметку рецепт. Для того, чтобы приготовить яичницу с грудинкой, не потребуется много усилий и времени. Все, что вам нужно, это тонкие ломтики грудинки, яйца и любимые специи. Такой сытный и вкусный завтрак приготовится за считанные минуты, что весьма удобно, если опаздываешь с утра. По вашему вкусу и настроению яичницу всегда можно дополнить тостами, зеленью или кусочком сыра. Яйцо куриное 2 штуки. Грудинка свиная 8 ломтиков. Зелень 1 пучок. Количество порций – 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Грудинку нарежьте тонкими ломтиками. Грудинку выложите на сухую сковороду. Обжарьте грудинку с обеих сторон до золотистого цвета. Вбейте яйца на сковороду и жарьте до готовности на медленном огне. Яичница с грудинкой готова. Приятного аппетита!